30-летием вы опровергаете мнение о том, устоявшееся мнение о том, что группа может существовать 10 лет. Как вы думаете, 50-летний юбилей будет? По теории волны, да. По теории волны это 10 лет? Да нет, ну, Мик Джаггер, пожалуй, исключение, 25, и это уже, ну, просто сенсация. А здесь 30. Ну, все зависит от силы образа, я считаю, группы, исполнителя. И если достаточная сила есть, то будет и 50-летие, и 100-летие будут отмечать. Вот Иисус Христос когда родился, ну, а до сих пор. Понятно, здесь не все. Ну, вы так хорошо себя поставили, так сказать, в ряд. Вот вы на что делаете ставку? Игорь, ты на что делаешь ставку? Я размежуюсь. Только на профессионализм. Шоу, зрелище как таковое имеет для вас какое-то значение? Для нас самое главное профессиональное звучание. Нет, да. разное. А у Лена, по-моему, могла бы появиться идея сделать такое шоу. Шоу? В широком смысле этого слова. Да. Я такой шабашной среди такой. Он шоумен очень. Я очень скромный парень и не предрасположен на никакие шоу. Я хотел сказать, Катя, что каждый, кто чем берет, он находит своего зрителя. И не нужно их ставить в один ряд. Так чем вы берете? Мы берем своим, и этим берем своего зрителя. Каждый его найдет. К счастью, разнообразие зрителя совпадает с разнообразием предлагаемого материала. Вопрос, сколько этого зрителя у каждого? У многих аудитория велика, у многих мала. Я надеюсь, что у нас она будет увеличиваться, несмотря на наш возраст. Потому что хлопцы все у нас здоровые, молодые, душой и телом.